Всем привет! Всем привет! 19 октября, солнечная погода. Как ты думаешь, сколько еще будет дней погода такая? Не знаю, мне кажется, несколько дней. Но мы гуляем каждый день, как в последний день. Нагуливаем собак, в общем, потому что если сейчас начнется дождь, снег и слякоть, это наши девчонки надолго засядут дома. Ну, кстати, завтра, в среду, 20-го, обещают плюс 15 по области. Ну, поживем, увидим, в общем. Ну, у нас вообще вот сирень еще до сих пор вот практически зеленая стоит. И травы еще очень много зеленой. Хотя для этого времени у нас уже как бы обычно травки зеленой нет. Но зато листва, смотрите, уже вся практически спала с деревьев. Таким образом, деревья готовятся к снегу. 26 сентября у нас был первый снег. Будет ли 26 октября лежать уже постоянно, пока еще не знаю. Ну, так, такой ранний снег в этом году упал на деревья еще с листвой, очень сильно повредил их. Они не успели скинуть листву, поэтому было достаточно тяжело, очень много сломанных веток. Как вы думаете, куда мы сейчас направляемся? Вот буквально через 10 минут у нас что будет? Ну, встреча. В общем, мы пошли погулять и кое с кем встретиться. Скоро поделимся с вами нашей встречей. Для нас 10 минут, а для вас 1 секунда. А пока мы идем, мы поснимаем немного наших собак, да? Это Белла, а это Оливия. Пока полны сил. Прогулки нам нормально. Они пока тоже не догадываются, с кем пойду встречаться. Очень интересно посмотреть на эту встречу. Вот такая у нас картина. Мы идем по улице Мичурина. Оливия еле плетется. Ей уже надоело идти. Хочет очень сильно остановиться на одном месте и что там поделать? СМС-ки читать. СМС-ки, книги, журналы. Слушай, нас уже ждут. Пошли, показывай. Нас уже ждут, пошли. Включай вторую скорость и поехали. Вы посмотрите, что она делает, а? Пошли, говорю. Не хочет идти никак. И прикладывается. Пойдем. Взяли девчонок на руки и быстренько бежим. Некрасиво опаздывать, мы сейчас... Опаздываем как раз. Ну, наша Олюшка, блин, как застрянет на одном месте, не утянуть вообще. Надо все обнюхать, надо остановиться. Вот решили все-таки на руки их взять, так быстрее будет нам дойти. Белка, ты побежала, а вот Оли. Вон там рыжулька. И мне кажется, Белла заметила ее. Пошли. Потому что напряглась, стала немного дрожать. Вот она, Юни Рыжулька. Здрасте. Это кто тут? Это кто тут? Дамочка. Кто тут? Здравствуй, здравствуй, моя хорошая. Здравствуй. Прям похоже на мамку. Пойдемте маленько от дороги, отойдем. Пошли, пошли сюда. Ох, узнала, да, дочку? Ох, доча. Так. Ты что решила завалять ее? Ну-ка. Она решила и все, и облизать ее еще заодно. Белла. Так. И Белла. Ну интересная Юлька стала. Сейчас все изваляет, короче. Ну ей нравится, ей же нравится, она бы иначе бы не играла, она вот играет. Это такая игра у нее. Она уже валялась. Пойдемте. Это игра, она вон как хочет играть. Пойдем сюда, где листва. Здесь пыли побольше, пошли, поваляемся. Маша собралась их купать вот сегодня-завтра. Я тоже хочу. Вам, наверное, купать. Тоже придется. Да? Ну что? Мы давно ждали с вами встречи. Скоростная Юни. Ой, боже мой, вообще. Ой, скоростная. Да ты что, моя хорошая, да ты моя маленькая. А ты моя вкусная. Хорошая девчонка растет такая. Она иначе как? Чакучилась? Чем там пахнет? Чакучилась.
Но она, наверное, ваш голос помнит. Ты моя хорошая, смотрит, конечно. Да, ты моя, прям, ты моя ласковая. Голос ваш. Ну, одеваться стала она. Угу. Но течка у нее еще чуть-чуть есть. Еще течка, да? То есть уже проходит. Угу. Чуть позднее, чем у Николь. Ну, вот у каждого по-разному она. Да, ну ничего, сейчас начнет одеваться скоро. Я когда 28-го заметила. Оп-оп. Лабиринты тут, зигзаги. Стой, так, стой, куда? Жулик, стой. А я сейчас маленькую сторонку так. Стой, жулик. А у нас Пашка так увидела, она кроет стол. Ты моя. Ну иди ко мне сюда, Юни. Иди ко мне сюда, иди. Иди, моя хорошая малышка. Ой, сколько тут. Ты моя, ты моя, конечно, да. Мы уже давно не гуляли, все это пришла, и я вот хозяйкам тоже есть чем заняться, да? А, ты чего ее завалила? Что такое? И ты тоже, да, душ? Ты тоже за компанию решила? Ну все, ой, все, все, все. Ой, это кто, все. Так, это кто так себя ведет нехорошо? Мамка пример подает. Ты что пример подаешь? Ну что ты? Это для зрителей, кто нас смотрит с собаками, приветик большой, да? Поддержим вас, и устроим дома перекличку. Что, моя хорошая? Ох, довольная, поиграется сейчас, да? А что такое там? Школьники. А что такое? А ты что не играешь, бабулька? Да, ну зачем мне эти сумасшедшие игрища, да? Школа. Школа сейчас, школа, логотек. Садик, я как это, того увела, того забрала, сюда, и я все, я прям... Юнь, ты лиса хитрая, ты самая хитрая из всех щенков, это вот, это 100%, ты самая хитрая, да. Самая подлиза, вот это вот ее, да, ну, ее характер. Она, из всех щенков она самая такая вот. Что-нибудь ругай. Нашкодит, и... она тут как тут, как Юнька... лиса уже все, целоваться лезет. Это самая хитрая. Белка за листвой гоняется, а Юни за Беллой. Но она, я думаю, что чувствует все равно. Вот чувствует свою маму. Потому что она от нее не отходит вообще. Помнит, помнит она. Каждая прогулка, помните, она еще маленькими. Бочком она пристроится и бежит. Вот она прям очень любит маму. Это зимой, конечно. Это, конечно, сладкое. Конечно, сладкое. Иди сюда. Белла, иди сюда. Иди сюда. Садись. Сидеть. Молодец, какая. Ай, какая молодец. Эй, ну тут у тебя там зубы. Покажи мне зубы свои. В парке Победы города Кемерово можно гулять только таким образом сейчас. Запретили выгул собак здесь. Мы решили к речке спуститься. Вот кто у нас здесь обитает. Алёшка. Я думаю, что Оливии не очень нравится эта прогулка. Рызык. Юни не отходит от мамы. Видите, валяется разбитая бутылка.
То есть, если у нас мы видим какашку собачью, то можно повесить знак собакам «Запрещено здесь, да, находиться». А если мы видим бутылки разбитые, значит, людям не запрещено. Пожалуйста, ходите дальше, продолжайте. Все-таки, наверное, запрещать нужно не присутствие, а поведение. То есть, убери за своей собакой, должен висеть знак. Либо не бросайте мусор, да? Оливия дождалась, пока ее на руки возьмут. И это тоже, ну, надо, да? Нет, было. Ты тоже хочешь на руки? Было. Отдайте, говорит, мою Оливию, да? Эра, а у тебя вон есть кукла, играй. Играй. Вот и встретились мы с Настей, с Рыжулькой. Большое спасибо, Насте, то, что вам спасибо. Погуляли сегодня с нами. Зрители все спрашивают, да. Спрашивают, где? Поклонники и поклонницы есть у этой малышки, конечно же. Она интересная. Да. Надеюсь, плохих не будет комментариев. Я просто не понимаю, откуда они возникают, в чьих головах. Любовь к животным начинается прежде всего с родителей. Вы сами видите. У родителей добрые лица. Не запрещают они с собаками общаться. Видят, что собаки адекватные. Папа так улыбается, как по-доброму так. Ну и, соответственно, ребенок тоже себя ведет. Смелый, не боится собак. Ох, где девчонки эти. Перед собой сторон подступают, да, скажи. Парк Антошка рядом находится с парком Победы. Здесь, смотрите, кто разгуливает. Важные такие, вон там их больше. Может, как-то раз показывали вам. Вот эти, смотрите, кормят, булочки, хлеб дают. Люди заботятся. И вот поэтому сюда выходят утки, потому что знают, что здесь их не оставят. Вот голубь тоже к ним присоседился. Голубей тут вытесняют утки, голубей тут мало. Вот какие важные они. В комментариях написали по поводу людей, что так мало у нас, вроде бы областная столица. Либо мы не по тем местам и не в то время прогуливаемся. Ну, не знаю, не обращал внимания по поводу людей. Пойдем, Балочка, домой. Ну, ладно, большое спасибо, пока-пока вам. Растите крепкими. Ну, такой у нас была прогулка. Встретились мы, наконец-то, с Рыжулькой. У всех нашлось время для встречи. Мы очень рады были повидать Рыжульку. Очень шкодная девчонка, конечно. Мне кажется, она не меняется характером вообще. Как была шкодливая, так и осталась. И подлиза, ух, жуткая. Как, в общем-то, и мама. Ну, надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то мы ждем пальчиков вверх. Ну, а на сегодня прощаемся, да. Всем пока и до новых встреч. Всем пока-пока.